Жди. Все, Гериончик приехал. Поехали. Как же не хочется завтра в ПНД на медкомиссию. Здравствуй, пирожочек мой. Здравствуй, булочка моя. Софюшечка, Софиюшечка. Рад тебя видеть. Мя-мя-мя. И тебе тоже мя-мя-мя-мя-мя. Чё нет-то, да? Если да. Ну, нету Тайды и нету. Так-то план норм, да? Как считаете? Спасибо, Ром, за руку. Лисичка супер милая. А я-то, кстати, даже не полутал ничего. Прикиньте. Чё, нам тут конфет должны насыпать где-то? Получить награды. Ура! 320 конфет. Я теперь богач. Лисичка-сестричка. Ура! Чё ещё? Всё? А где моя корона? У меня ещё должна быть корона, но её что-то не выдали. Софа, но я скажу тебе одно. Брать ранг рука в лобби с кнопки — это пипец какое удовольствие. А есть у меня что-то полезное, что я могу пытаться залутать сейчас из того, что у меня есть? Бог с Марсом плюс что? Орк Дизраптор. Нежить какую-то залут. Не очень здорово. Хума. Не очень здорово. Взять пилу. Орка, орка, орка. Ну давайте так. Второй предмет посмотрим. Сейчас три предмета посмотрим. И мы решим. Зарядка. Да, это сильно. Орк в надежде на Чена, но других у меня нету вариантов. Пусть будет так. Кстати, не уверен, что это деф. Нет, главное. Марс стычку даст. Да, изи деф. Хорошо. Соберем пока Растика, он может с нами постоять. Учитывая, что я работал вчера, сегодня и завтра тоже, будет не до шашек. Понял, принял. Я только не понял, что мне сейчас делать с этими шмотками. В таком лобби, да? Ну, я точно поставлю Джаггера. Там левелапнуло что-то, а воина могу, могу. Если так, да? Только без панды тогда. Ну ладно, без панды так без панды. Держи, ВД. Долго ты со мной не постоишь, наверное, хотя это не точно. Я хочу побеждать, поэтому пришлось убирать ненужных юнитов и ставить хоть каких-то апающих мой стол. Надо брать Акса, если... Ну то есть панду продать и купить вот так вот по любасу. Да. Красиво задефались, даже на БХ хватит. Я не знаю, нужен ли мне второй энерджи бустер. То есть из этих предметов. Вообще это неплохо смотрится. Да, учитывая, что не знаю, как это брать сейчас. Джевелин и соберем... Ой, да? Вот так вот даже. Дровка-то... Не, подождите. Этих все равно нету, оставлять вот так вот воина. Штапов много, выставить. Может, нежить стоило выставить вместо этого? Не знаю, не уверен. Джаггер, на тебе вот это. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну давай, ВД пока тебе. Инста-зарядка у всего стола. Здорово, Антоха. Я же тебе сказал, никто тебя не заставлял играть с кнопки. Мог бы на Китай в бишлобби пойти. Цов, ПВАК нужен, чтобы пойти на Китай. Это не так просто. Либо кто-то в бишаке, кто меня затащит в лобби. Я не мог этого сделать. Вот в чем проблема.
Какие-то неправильные ханты у меня получаются, вам не кажется? Чувствуете это, что вот не то пальто как-то? Как-то не то пальто. Ну так, останемся стоять, зарядка есть. Хрень какая-то. Растикович докторов. Правильно меня поправил Алекс Фалкон. Ну, как сказал, так сказал. Главное, что вы меня поняли. С какого ранга можно играть в ММ? И это только на Китае можно? На Китае имеет смысл играть вот без шах. На Китае имеет играть смысл только если у тебя стабильный биш. Здесь кнопки. Отправляйся на Китай, получишь больше опыта. Будет ли так сильнее? Да, конечно, взял, собрался это убрать. Ой, что-то я напортачил. Напортачил прям пипец. Ладно, этого не будет. Это тоже пока рано. Рыбачок у нас на Найтвишу. Так, Найтвишу, если есть возможность, дай в чате конфу. У тебя подождать или что? У нас Найтвишу вылетел. Что случилось, ребят? Что у вас какие-то лаги, проблемы? Ладно, что-нибудь придумаем. Лесу поставь качаться. Да, мой генерал, сейчас поставим, сейчас что-нибудь придумаем. Суханты есть, омник, наверное, не нужен. Мипа тоже сейчас сомнительно, ВД. Бруда уже посильнее будет. Особенно если вытащить вот это вот и отдать это куда. Да пусть бруде. Отличный юнит под этот предмет. А попозже решим. Хотя можно было и джаггера поставить. Не, ну бруда очень сильная. Под хантов. Я думаю, она поможет. Вот эти вот прыжки, правда, мне не очень нравятся в мою дробочку. Акс подтанчил. Хорошо. А зачем мне джаггер, в принципе, если я буду брать беста? Ну ладно, пусть пока стоит, стоит. Вдруг чен придет, и я постою на орке. Но это не точно. Спасибо за фоллоу, кто там фоловился. Я пропустил. Ой, лисичку поставить, чтобы она качалась. Ну просто это сильнее. Просто во тьмашу это сильнее. И надо так выкупать, ничего не могу поделать. Опять миллион хунтеров в лобби. Есть син, который собирает легионку, будет проблемой. Когда-нибудь. Может, даже сейчас станет проблемой. О, плюс гира. Найтвишу вернулся, получил гира. Вот это тоже станет проблемой. Ну блин, сину, конечно, капитану прет то, что Т2 Сларк, нужные предметы, и все это идет в левел. Даже легионка что-то апается. Джаггера я, пожалуй, брать не буду, выкупать из этого ролла тоже ничего не буду. Давно вы последний раз видели джаггера в 3 не в воине? А на воина моя сборка не похожа. Хотя, берем Марса, и мы воин. Войд? Войд? Нет, не Войд.
Хрень какая-то. Герон, что ты творишь? Симном я не очень хорошо буду драться. На хантов подотпустили. Это не хант. Мип или что-то такое будет. Окей. Больше опыта в скобочках пиздюлей. Конечно, в Китае, кто неопытный заходит, сначала будут пиздюли, расстройства от пинга и прочего. Но ты к этому быстро привыкаешь, особенно к пиздюлям. А есть ли у меня какое-то усиление? Мне кажется, будет усилением вот так. Ну, блин. Стол говна. Ну, я не буду давать возможность сбить с меня стрик никак. О, еще вот эти предметы говна. У меня, по-моему, два шара и... Два шара и я лошара. Ну, ладно. Хорошо, что я на стрике пока. Опа, денежка. Опа, минус веничек. Намеки на девятимага. Возможно. Не знаю пока. А что у нас? Герокоптер, дизраптора нету. Плохой девятимаг. Без шуток. Таким девятимагом далеко не пролезешь. Но имеет смысл отдать какую-то... То есть, стафу в визарде. Вообще нужно под мекку предметы брать. По-правильному. Девятимага я не хочу. Форс стаф никакой мне не нужен. Значит, я буду рейтить клоку или колечко, что зайдет раньше. Гирокоптер. Ну, я, наверное, с этим пока дерусь. Одним гиром меня так не пробьешь. Из минусов очень много слабых столов, и Найтвишу рано начнет получать дэмэдж. Но сейчас придется заставлять лобби усиливаться. Придется заставлять. У меня брутка уже заставляет. Я не знаю, почему лобби сидит, авкает. Не напрягает свои булочки. А пора бы, пора бы. В лобби Син уже... Легой. В лобби есть другие ханты. Есть гира до 10-го. Хм, каковы наши шансы? Го ставочку на топ. А, такие все у нас шансы. Но бан агра я все равно сделаю. Пока что... Ой, почти нашел все, да? Без денег сидит. Хорошо. Сиди еще без денег, не найди гримстрока, не найди. Стой уровень без денег. Хорошо, что он ко мне пришел еще слабым. У меня есть шанс на стрике посидеть. Пику вывели, но форсик-то есть. Пику вывели, думаю, за багов, это норм. А эта шляпа через мобилку... Не нужна, получается. Геймкиллер, о чем ты говоришь? ПВАК нужен, чтобы играть на Китае в любом случае. В первую очередь приложение нужно поставить на мобилку или как хочешь. Во вторую очередь нужно... Пока даже Тасика беру. Во вторую очередь нужно... Не залипать мне, да, что-то придумать. Апнуть. Седьмом апнуть. Во вторую очередь обязательно ПВАК. И приложение. Вот только вместе это даст тебе возможность играть на Китае. Никаких других вариантов нет. Лего в заложники. Денег не хватает. Это уже опасно, да, выглядит Лего сильно. Кстати, меня Син пробивает, походу.
Бруда старается, Джаггер постарается. Воины, наверное, меня могут еще, да, протащить? Есть шанс. Джаггер шмотки хорошие. Да, пока-пока справляюсь. Но уже такое себе. Не очень сильно я выгляжу. Не прям как чемпион. А что теперь без ПВАка? Нельзя в лобби джойниться? Да, Антох. Только с ПВАком. Бля, такой воин был, да? Ну зачем воину? Спрашивается, зачем воину? Ой, зачем я еще кнопочку нажал? Ну ладно, денег. Денег вагон. Все равно в левел пойду. Селедку взять. Крипы, давайте с вас плащик или колечко упадет. И я определюсь. Еще есть шанс выпустить предмету. Три юнита. После тангуса есть шанс на предмет. Поздно в воинов, там уже Т3 таск, ну... Т3 таск тут не на воинах. Может, его панда принесла. Видите, говорите, нету шансов на воина. Зря, кстати, дума купил. Да ну нафиг. Ну конечно. Тут еще лишнее что-то не могу придумать. Бруду, да, убрать? Ну, давайте пока так. Все равно не выпал ставчик. Из плюсов я встал на хумов. Из минусов, да, потерял стрик. Хотя Лина еще может, да, развалить его. Лина, ну ты же могла, что ты творишь? Ух. Валидол гейминг. Коробочка с подарком вместо курьера. Я, кстати, даже смотрю, не замечаю, что тут происходит. А что у нас, кстати, во что я могу выйти? В бога, дракона, без гирокоптера. Это можно рассмотреть. Сэмочка нужна, какой-то апчик какой-то, да? Давайте посмотрим, подумаем. Вот так вот. Ну, давайте так вот. А чё собаку не собрал? Вот так вот можно было играть. Я что-то сначала не понял, а тут, короче, тут все хорошо. Ой, плохо, что дракона не превратили. Вот это уже сбитый стрик, да, гарантированно. Собаку бы поставил за дефол, ну ладно. Ух, Шреддер. Никогда не любил его в черепашках ниндзя. Ладно, это мне не нужно. Дракона надо бы в воздух поднять. Селедка мне тоже не нужна. Вообще появился план, если честно. Никаких селедок, никаких брудок. Все, есть план на игру. Давайте. Джакирос там не в пуле. А да какая мне разница, в пуле Джакирос или нет? Вообще без разницы. Твоих юнитов я вытащу. Хотел на ханте поиграть, кстати. Как вам хан?
Больновато, Мипа, Кира, что тут такое происходит, Шреддер? Что ты творишь? Ладно, неважно. Пойдете? Я думаю, что закрытые маги мне не помешают. И мы победим. Все, я верю в нас. Что там, Гирёнчик, опять неотложные дела появились, что он вылетел. Сейчас денег нам принесет миллион. Адлигор, здорово. Здорово. Добро пожаловать. Ой, хорошо пак пакнул. Кстати, это очень важно. Сейчас вот это все время висели мясы и дополнительное выигранное время на юнитах. Это круто. Что-то модераторы сонные мушки. Ставок нет, а хвосты нужны. Ну, это вот к Антохе с Софой вопросы. Двадцатый изи дев. Сейчас в 30-й выйдем, да? Дракона воздух уже пак-пакнул. Да, пак-пакнул, это очень важно. Что у меня по предметам? Чисто маг. Маг-маг-маг. Герокоптер, Течес, Зевс, Эльдер, Титан. Ну, пойдете. Я, короче, опять вылетел. Больше не буду переподключаться. Говнище, а не игра. Писал 5 минут назад. Гирёнчик, я просто пропустил, ты же видишь, я уже сосредоточен на игре, у меня большие рероллы были. А, Ром, сколько игр нужно сыграть для калибровки? Правильно, Гирёнчик тебе подсказывает, 5 достаточно. Отыграешь 5 игр, тебе дадут ранг. Оба бога в пуле, ясно, все с целью. Проблема не в боге, а в остальных юнитах. Вот теперь можно два этих собрать. Ну ладно. Может, богов без драконов собирать? Как-то так. Enchanted, I'm sure. 4, 5, 6. Time to shove off. I bring the spark of death. А, котел, на тебе еще дэмэдж. Хотя дракону можно дэмэдж дать, да? Со временем это будет профитнее. Деньги все вернул. Разор мне уже не нужен. Все в порядке. Дальше только с драконов поставить, убрать орков, и все тоже хорошо. Арч, Роман, как так? Деньги снялись, и подписки нету. Арч, если ты это сделал, то, скорее всего, какой-то глюк на Твиче произошел, потому что Гириончик то же самое сегодня подписался. Спасибо ему большое, но подписка прошла не сразу. Китай, Антох, команда. Аргентина SRB. Watch this video with subtitles. Давайте сразу левел поставим там, да? Чем мелочиться? Snapfire лишним на столе не будет. Драконов хотя надо было ставить. А зарядка мне не нужна. Магический дэмэдж Зевса пригодится. Отлично. Держи, котл. Ой, котлу не дали повоевать. Что за люди такие, а? Еще скажите, что я проиграю. На шестихумане. На шестихумане нельзя проигрывать. Девятисин скоро станет сильным. А как я на нем буду драться? Снэпфайр, значит, я оставляю. Чен. Кстати, интересно, Чен, но вряд ли я, да, смогу его протащить. У меня фул боги. Я подумаю над Ченом.
А, Левитан, нету конкретного рецепта, что сделай так, и ты победишь. Но есть, конечно, тебе хочется сначала, чтобы понять, что ты готов играть, не падать лустрик, иметь какую-то двоечку. Потом ты хочешь, чтобы у тебя на столе собрались какие-то синергии. Ты постоянно хочешь усиливать свой стол и юнитами, апами, и синергиями. Это очень важно. Это все вместе залог успешной игры. Иногда ты смотришь, у тебя вот ничего не собирается, и выгоднее валяться в лустрике. Вряд ли я дума в историю. Вряд ли я дума в историю. Ой, давайте посмотрим. Вообще, чего ду мне может пригодиться? Да, вроде сильный. Но если ду мапнется, почему не заменить это вот этого какого-нибудь орка товарища Акса думом? Это будет неплохо. Сильно я или я наглею сейчас? Наверное, сильно, но... Доролить вот эти двойки. Син уже меня должен пробить. Это очень сильный девятисин. Даже не расстреливала. Ой, ну так плохо. Ну, Сларка я не убиваю. Просто он, что он делает? Панч, панч, панч. Хороший предмет в Сларке. Еще Сину отдаю стрик. Я буду попозже с ним драться. С крипами-то у нас проблем не будет. Думаю, что не будет. Снэпфайру зарядку тоже отдать не ошибка. В 11-й? Конечно, в 11-й. Че нет, книжек-то осталось. 9 штук накопить. Думаю, что это будет плюсовой мув. Чем контрит синов и шестиварлоков? Шестиварлока контрит хант и син. Синов контрит сильный воин, какие-то... То есть фигуры, которые... Снэпфайр помогает сином. А какой-то контроль Тайтхантер, там, ну, боги могут с этим справиться за хороший прокаст. Если они подконтролят. Да, конечно, еще давай. Больше... Можно? Хватит зарядок, пожалуйста. Спасибо. Арч оформляет подписку первого уровня. Арч, видишь, все пришло, дружище. Не беспокойся теперь. По-моему, это не стакается. Думасик. Я думаю, что это вот хороший вариант. По-моему, сейчас Кай не стакаются, но все равно хочется отдать это сюда. Давай. Эх, корону бы это 3 догон, все верно. Там боевой такой тасик бедного дракона, смотрите, поднял на свой крюк. Я на шестихуме, да, уже не побеждаю. Надо что-то придумать. Но это зверь. Зверь это зверь. Плохо, что не те оппоненты ко мне заходят, которые... Которые позволяли побеждать. С задержкой Twitch просто отправляет информацию. Арч, спасибо большое за подписочку. Лови енотиков и сердечек. Спасибо, дружище, за поддержку. Это супер важно для канала. Дракона воздух продать Джаггера. Наверное, да. Да и на Лин уже плевать, я их собирать не буду. С Ченом вот не уверен. Книжки давайте копить и усиливаться. Накопим книжки, будем сильны. Дракон, вот, кстати, тут хорошо, что ходит в воздух, сразу начнет фигачить по Терычу. Хотя... Это кто еще по кому начнет фигачить? Терыч фигачил гораздо сильнее. Давайте справимся тут. Как убить эту Сефу? Блин, у нас так старался дум... Ой, спасибо, хумы выжили.
Тупо последний раунд осталось отсидеть, я в 11-м, да? На победку, да. А я могу уж денежки тратить. А, инвокера сейчас поставить было бы сильно, да, но слота под него нету. Драконов Т3. Имеет ли смысл мне макаку выкупать? Но я думаю, что нет. И дракон в Т3. Ну, пусть идет, но вряд ли я это смогу сделать. Слот под Снэпфайра для Сина я оставлю. Придется еще раунд на хуме стоять, потому что Син меня вот так аннигилирует. Ну ладно. Хочешь прикол? Мне 22, я только узнал за Twitch. Ну а где ты раньше смотрел видосики? Всем на Ютубе? Мы мне уже не нужны. Ну, не нужны, так не нужны. То есть, я оставляю 3 хума. И ставлю, что мне нравится, да? Рубика будут найти, поставить. Он леги какие-нибудь. Рубика поставить вообще бы сильно было. Мне сейчас не важен исход этого боя. На 3 умах я получаю книжку, выхожу в 10. Конечно, не хочется по щам очень много получить. Но и тащить. Так, ладно. Надо что прикинуть? Опа, Снэпфайр. Интересно. Протащу ли я Чена, не знаю, но попробую. Там Ларк. Да господи, что мне сыпется? Это не то, что нужно. Мне нужен Рубик. Гирокоптер. Рубик. Хорошо. Все. Теперь хумов можно точно выкидывать. Выставлять дракона. Фулл дракон, фулл леги. И крипы 30-е. А кто-то у меня здесь лишний? Ну, чуть-чуть лишний, но ладно. Попозже с этим вопросом разбираться будем. Арканы мне, по сути, не нужны. У меня зарядка... А, Снэпфайру арканы пойдут. Так как мне нужны. Держи, дружище. Ты же единственный, кто не получаешь зарядки. Не, вот тут на крипах обосраться нам не надо. О! Можно было через кнопку все это за раз собрать и не париться. Снэпфайр Т3. А че у меня так очень, как будто боги забанены. Ладно. Ать, хватило. Ать, держи. Ать, это тебе. Где мои боги? Мне, да, визаж нужен, и все нужно победить. И продать козочку. Мне не очень нужен дум, но я потом найду ему какую-нибудь замену. Хотя козочку не обязательно продавать, да? Бе. Зевсик, у меня для тебя что-то есть. А, Чен или Тэчес? Вот в чем вопрос. Я думаю, что пока что Чен чуть сильнее. Хотя надо было Думу убирать. Зевс, у тебя арканов нету, а у кого у меня еще зарядка лежит? В думе камень? На лавке, что ли, в ком-то? Это мне не нужно. Сину я до сих пор проигрываю из минуса. И Чену зарядки, да, не хватает? А не, не проигрываю.
Не проигрываю, хорошо. О, Чену зарядку подвезли. Пойдете. Драконов 3 не будет, паков 3 не будет, и, пожалуй, вот так вот сделаю, Зевсу дам вот это. Снэпа есть, зарядка у Чена есть. Возможно, отбирать это ставить просто большой дэмэдж, да и все, бам и бам. Бам и бам, а может, правда, стоило инвокера под магов поставить? Вот и стрик. Вот и стрик. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Get your rotors running! Так, пойдет. Гирокоптер мне нравится. Чена надо убирать. Нужен какой-то дэмэдж. Чен все равно не отработает. Ладно, давайте. Снэпфайр. У тебя что, есть арканы? Есть. Бумаг все есть, но и так все в порядке. Так, этот раз сдал обилку. Справляемся. Зевс бы еще выживал, вообще бы сочно было. 35-е крипы. А нужен ли мне Дум? Вот он решает ли что-то? Но пока некого ставить. Чен, наверное, даже лучше Дума был. Ну ладно, пофигу. Один оф Зевс, один оф Эльдар Титан. И закончим эту игру. Инвокера вместо Дума. Надо над этим подумать. Инвокер против Сена хорош. Под фул богами. Да. Игра не зря мне сыпала этого инвокера. Надо сделать вот так. Зарядку мне давать некому. Ну, вот реально некому. Просто ненужные шары. Нужны ответки, чтобы Толегу законтрить. Проблема на Вайпер, да? Не, Снэпфайр справляется. Снэпфайр очень хорош. Леону зарядку. Да, хороший совет. Леону зарядку. Собрано. Еще один Снэпфайр. Не ошибка. Инвокер закрыть. Так, 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 Леон, я тебе дал, не дал, на, держи. Идите там Рубика убивайте. Потом что-нибудь придумаю. Ну, второго Снэпфайра же вряд ли соберу, хотя у меня Снэпфайр тут вообще главное тащило. Прям проблема с этой легионкой, надо предмет передать Снэпфайру. И никакие минеры мне особенно не нужны. Хотя взрыв сильный.
Взрыв очень сильный. Это есть, это есть. А, Зевса бы, да? Кому еще нужна зарядка? Инвокера спрятать с Рубиком, чтобы он НСТК сдал. Он все нам же дает бласт. Важный каст. И догончик, возможно, из Зевса стоит вытащить Снэппфайра. Тут хорошая идея. После крипов я так и сделаю. Гирочка, здравствуй. Ладно. Зевс хороший грейд. Кстати, теперь Зевсу нужна зарядка. Теперь Зевсу нужна зарядка, так же, как и всем остальным. А, стойте тут, отвлекайте их. Ой, плохо, да, Зевса? Все равно подставляю. Как-то надо от легионки что-то мне придумать. Поставить с мясами дракона. Наверное, не самый важный юнит. Снайпушка. Кто, если не ты? Ой, кто? Эльдер кто? Кто-кто? Эльдер в пальто. Не, справились и так. Ну что, в 11 уровне на боге можно победить 103 легионку? А, так, чатик, что я пропустил у нас? Где там мне 22, я только узнал про Twitch. Old School Bugonite сейчас слабо работает. Не, просто я не игроман, очень редко играю. Я больше... Лучше посмотрю на Рома, делает все красиво. Спасибо, Арчи.